Смотрите, у нас снегопад. Очень плохо видно. Машины все стоят, никто не уезжает. Очень. Тут не видно, что-то как снег идет. Прям много-много снега. Смотрите, тут видно уже, как снег идет. Привет! Всем привет! У нас сегодня такая погода. Такой ветер дует, обалдеть просто. О, и снег валит, прям валит. Вот, смотрите. Тут снег, тут я уже вот кое-что сняла. Тут сейчас вот буду убирать. Ужас. А мне просто сегодня надо было выйти. Машину надо было завести, без этого никак. Почистить надо, она вся в снегу. Хотя мы вчера приехали поздно, вообще вечером поздно приехали. Сколько было? 9 часов. 9 часов было, да, вечером мы даже 9:30, наверное. В общем, в 9 мы машину поставили. У меня даже рот замерз. Как там метет, прям сдувает. И вот за ночь вот так намело. Сейчас еще снег валит, надо машину почистить, прогреть. Я ее вообще переставить хотела. Но что-то никто никуда не торопится в такую погоду, все дома сидят. Вообще очень холодрыга. У меня аж все руки замерзли. Вот, сегодня купила журнал. Когда растет луна, можно делать карту желаний. Ну, и если вы хотите, да, что-то там в жизни, чтобы у вас получилось, то можно сделать карту желаний. Которая будет, простите, у меня рот просто не поворачивается, и никак он у меня замерз. Карта желаний, которая будет напоминать вам о ваших желаниях. Вы будете ее видеть каждый день, и вы будете стремиться к вашим желаниям. Даже потом можно ее убрать, и обычно через какое-то время потом люди достают, и какие-то желания, они уже сбылись, там, или начинают сбываться, или вот-вот-вот-вот уже сбудутся. И вот, а мне необходима одна картинка, которой у меня нету. То, что вот в других журналах я все облазила, все посмотрела, но нету такой картинки, а мне она очень нужна. Правда, я не знаю, может быть, в этом журнале тоже такой картинки не будет. Нельзя же там взять все журналы, пересмотреть. Да, покажите мне вот этот журнал. Я сейчас посмотрю, да. Если мне понравится, то я возьму. Обычно же все написано на журнале. А какая тема там раскрыта. Вот не знаю, в этом журнале будет или нет. В общем, пока растущая луна, можно сделать карту желаний. Это значит, у вас прибавится то, что вы хотите. Но только если луна не растет, а наоборот уменьшается, тогда, конечно же, лучше ничего не делать такого, потому что это у вас наоборот не будет, будет уменьшаться снег. Все, всем пока. Мне даже нечего показать, некуда пойти, потому что метет, метет, метет. Хотя я пыталась, но на камере так не видно. А если камеру нести, и вот когда прям сметает, сдувает, так она вся будет в снегу. Марсель у меня сегодня дома остался. И хорошо, что остался дома, а то бы его сейчас так занесло. Там ужас, как холодно просто. Зато я сейчас принесу ему фрукты. Он обрадуется. Поедим вкусняшку. Пойду чистить, а то снега много. Работа предстоит огромная. Буду чистить. Пока.